И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега и Фокси. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем приветик. Всем привет. Сегодня у нас новая сюжетка, FNAF 1, куда-то меня телепортировал, я лечу назад. И будем начинать сразу с 6 ночи, если пьете и кушаете, приятного аппетита. А мы делаем трэш. Давай, 6 ночку, Димас, врубай. Это будет жесть. Всем не интересно первая, вторая, сразу хочется 6 и сложную. О, все погасло, экран, все это. Все потухло, и мы потухли сейчас. Да, меня побили палкой, и я нормальный. Теперь так, спускаемся. Так, пацаны. Уже музычка так, страшная. Звонил телефончик сразу, да? Слышно? Hello. Все, пошла жара. Да. Ух ты! Ой. Ой-ой-ой. Не, это все нормально, это пойдет. Ух ты, зубы у него. О, далекие. Пусть будет так, будем Фокси глядеть. Так. А, точно, точно. Давайте кто-то за Фокси тогда будет наблюдать. Хорошо? Давайте. Вот эту дверь, наверное, открыть не возможно, не? Не знаю. Смотри, а что там на табуретке? Там марионетка. О! Я такого первый раз вижу, это новая сюжетка, ребята. Так, давайте здесь. Что там забыло-то, стой. Не, Мика, а что она на еще ноги так скрестила прикольно? Ладно, я думал, это вы физга нам поставили, нет. Фокси! А кто за Фокси смотрел? Никто не смотрел, видишь? Так Фокси же смотрел за Фокси. Фокси, ты что не смотрел за своим братом? И что, все заново, что ли? А вот я не знаю, я нажал еще раз на кнопку. А, значит не заново, а с нуля. Значит заново, нуля. Да. Так, ну все тогда, сейчас мы соберемся, ребят. Да что такое, я не успел прописать стоп-саунд. Собрались. Профессионалы. Шестую ночь запустил. Еще раз. Что за трэш? Ребята, ставьте лайкосик, чтобы мы прошли шестую ночь. О, Чика, вон. Есть, дверь, закрыл. Дверь. Я да, вижу. Да, все отлично, пацаны, закрываем. О. А что, с двух, да, сторон напали, Димас? Нет. Голден Фредди, бегите! Выбегайте! А-а-а! Отлично, да. Заходи. Чувак, давай это... А, не! Не-не-не-не-не-не! А, все, обратно. Заходи, обратно. Заходи. Отлично. Блумбой. Нормально. Пришел нам свет, собак пришел. Все контролируем. Все так, под ребят, присмотром. У нас. У нас все пока что по плану, движется все хорошо. А если я сюда пойду, я умру? Я кого-то вижу. О, пацаны, здорово! О, Димас, я вижу, ты там бегаешь, маленький червячок ты. Блин, вот это я дернулся. Жесть. А, нафиг а я кто тебя напугал, а? Да там розовый челик стоял. Розовый челик, хорошо. Розовый а Фредди. Как будто Фокси. Да? Да. Ну это вот такое. А музыкальную о, шкатулку... Димас, закрывайте да, дверь! Нам? Закрылись, закрылись, Димас. О, Бонни пришел. Так, пацаны, сейчас я пойду через эту дверь. Я, короче, пошел. Фредди стоит. Посмотрю немножечко эти. Давай, тебя убьют. Ой, пацаны, вы, короче, пока сторожите нашу пиццерию. Опа. Общую. А я здесь пока с Димасом. Все под контролем. Надеюсь, у Димаса они вдвоем справятся, да? Справятся, мы будем подсказывать просто, где кто просто стоит. Димас. Не-не-не, пацаны, я буду говорить, когда они уйдут. Это экскурсия у нас просто с Димасом. Мы сейчас тут экскурсионим и придем. Кого убили? Меня! Открывайте дверь правую, левую. Кстати, уже на часах 2 часа, Димас. Значит, мы пройдем. 2 часа ночи, неплохо. Неплохо, ребят, мы движемся. То и Фредди. Ой, тут я пройти не могу. Все так, активировались. А где пурпурный Димас человека ты увидел? Та розовый Фредди, вот он стоит. А, розовый. Или фиолетовый, Фредди. Я не знаю. Под фонариком он цвет какой-то у него другой. Фиолетовый. У него, кстати, за спиной ножик, ты Димас видел? А то мне ножиком чикает. Да, ножик у него сзади торчит, короче, в руке. А ну-ка. Он типа, смотри, вот так вот. Подбородок держит, чтобы не упало, а сзади ножик, короче. Смотри. Я вижу. Вот засранец. Подойди какой. Ближе, Димон. Ну-ка. Нафиг ты повелся. Красиво обманули Димона. Да, неплохо. Я спускаюсь вниз. Ребята, мы можем в следующей серии запишем здесь прятки. Так что пишите в комментариях, хотите или нет. Вообще прикол. Так, кто-то пришел. Димас пришел. Здорово. Ой, как Фокси светло. Стоит, никого светло. Не трогает. Ух ты, Димас, ты как пролетел-то? Ну я могу. Умеешь, да, все-таки? Я использовал одну способность.
читерскую, да? Нет. Это по правилам Гаррис Мода. По правилам читерского Гаррис Мода. Ой, я кого-то видел здесь проходит. Да, тут Бонни меня зовет. А маринетка придет или нет? Я уже не помню уже. Так должна, она должна. Здесь сидит. На стуле понял. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, все, маринетка. А, сегодня же этот праздник у маринетки. Она же сегодня отдыхает. Выходной. Димас, иди сюда. Пришла, только за нее сказал, Димон. Меня она не трогала. Серега, красава, живой остался. Да. О, ничего. А что, так можно было? Да. Серега, красавчик. Димас, ты видел? А, кстати, мы проиграли или выиграли? Выиграли, выиграли. Выиграли? Ну, не проиграли, это точно. Ну, то есть, идет дальше, продолжается. Да, да. Но они что-то не идут. Не идут часы? А может, мы проиграли все-таки? Димас, это ты тут на сцене бегаешь? Походу, проиграли все-таки. Давайте перезапустим. А, ну да, никто не дудунькает. Да, что-то все уже, ребята. А энергия тоже такая же осталась. Значит, надо рестартнуть карту. Да, надо наверх залететь, нажмите. Лечу. На кнопку. Нажимаю. Нажал. Вот давай я еще один режим включу. Сейчас мы будем уже сидеть здесь и будем обороняться намного лучше. Я нажал еще один режим там случайно. Не будем бегать тогда, хорошо? Не будем, не будем. А какой ты режим нажал? Да там один случайно увидите сейчас, вам понравится. Понял. Это будет вообще жесть. Так, телефон звонит. Отключаемся от звонка. Чего? Ух ты! It's me. Есть. Сзади Фредька! Пацаны, выбегайте! Выбегаем! Да что ж он не выбег... Ого, как нам пройти? А ты видел? Видел. А кто внутри остался с жилетом? Я. Серега, видишь, ты молодец. О, они нападают, значит, продолжается. Не то, что мы тут. Все выбежали и умерли. Так мы в угол, потому что зашли, а там Бонни стоит. Да. Знаешь, что как... Красава. А закрыто, закрыто, закрыто. Ух ты. Офигеть, они просто... Ого! Дверь не открывать. Дверь не открывайте. Самое главное, ты тут... Все, ребята, давайте вообще двери не будем открывать. Так, неплохо. А мне нравится эта кнопка. Вообще, прям, ну, сложно стало. Это какая Hard. Ночь, 12-я? 71-я. Ой, Фредька пришел, зубами машет. Миллионная. А тут Фредди стоит, загораживает Фокси, чтоб я Фокси не видел. Ух ты. Какой умный, а? А, идет Фокси. Фокси собирается бежать, уже готовится, вон я вижу даже. Он рукой замахнулся, я вижу, да, с своим когтем. Ой, уже... надо зарядить мюзик бокс. Смотри, там на столе, короче, нога, ноги положил Фредди на эти. О, прикольно. Видишь? Пойдем, Димас, на сцену посмотрим, как это выглядит. А я уже здесь. Блин, я тоже так хочу. А, он уже ушел, да? Блин, хотел посмотреть. Он так прикольно ноги свесил, короче, на стол. Пацаны, не открывайте двери. Так. Все нормально, да, движется пока? Вот я сомневаюсь, что мы пройдем, но надежда есть. Блин, только дверь открыл. Так закрывай, Алешка. Так а не мог я, вот, закрылась только. Какие-то кнопки заедающие. Я немножко испугался, что мы сейчас проиграем. Я вижу, как пиксели садятся. Четко видишь? Я не знаю, ребята, мы открывать двери не будем, они каждую секунду приходят. О. Да, она садится потихоньку, потихоньку. Ну давай, давай ее опускай полностью, чтобы она не выглядывала. Да жесть. Давай залазь обратно. Зачем ты вылезла? Так, там Бонни стоит. Все, вот залазит. Так, уже только голову видно, хорошо. Сейчас, Дима, как в Терминаторе, знаешь, такая рука типа залазит. И фак такая показывает. О, Мангл там, смотри, села. Это кентушка ее. Это Фантайм Фокси. Это Мангл. Какая Мангл, ты че? Мангл. Фантайм Фокси это. Пусть в комментариях напишут, кто это. 4 часа, Димон, мы пройдем. Точно? А я не вижу, кстати, время, у меня не отображается. У меня отображается. 2 часа осталось, батарея еще не села, мы пройдем. Ну и ладно. Все, я полностью практически марионетку туда в коробку засунул ее назад, красава. Прикинь, ты сейчас так клацал, а сейчас секунду отожмешь, не будешь нажимать, и она вылезет сразу же. У меня палец уже болит, вы представляете. Серега, ты знаешь, кто? Засовыватель марионеток. Профессиональный. Давай, засовывай, сунь. Давай. Ну-ка, все, не нажимай. Что, она сейчас быстро вылезет? Она вообще не вылазит.
И сиди. Обиделась, что ли, нас, а? Вылазит. Нет, потихоньку. Макушку ее видно. Лезет. Да-да-да. Как шишка. Шишка. Какая шишка. Растет. Какая шишка? Ты о чем? На елке. А, на елке. Ну, на еле. Смотри. Я снова... Ой, блин, я... Так, Диман, он и сзади пришел, и там, а так что можно? Так это читерство какое-то, выходим. Голден Фредди! Я вышел же! Я тоже! А, мы живые! Живой, 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 живой! Офигеть, это Серега умер! Это для Сереги чисто скример. Да-да-да. Предназначен. Марионетка вылазит. Давай, давай, клацай, клацай, клацай. Диман, сколько времени уже? Ого, у тебя тоже такое есть? Какое? Да, Purple Guy был. Да, прикольно. Так, Димас, ну что, сколько 5 часов. Осталось чуть-чуть, и мы сейчас пройдем. Главное, двери не открывать. Сзади был Фредди. Нормально, тащим. Закрывайся, дверь не закрывается, засранка. Так, ну что, ребята, все. Прошли, по любасу. Блин, хорошо, Димас, я в тебя верю. Я в нас верю. Палец болит. Твои слова. Давай я буду клацать, Серега. Надеюсь, что так это, и будет. Это очень муторно, Димас. Она пока вылезет, мы пройдем, смотри. Не клацай. Клацай, клацай, клацай. Когда будет восклицательный знак, клацай. Она лезет, она, блин... Да нет. Пусть лезет. Да куда? Смотри, тут там что-то орет на него. Куда лезть? Клацаю дубинкой, клацаю. Давай, давай, давай. Давай. А она придет, если двери будут закрыты у нас? Да. Да что так, такое? Так, it's me, it's me, it's me, it's me. Все, Диман, сейчас пройдем, осталась минута. Минута. Ребята, сразу видно, все четко, прошли. Oh. И что нам дали? Менеджера, смотри, что ли? А что за концовка такая интересная? Нас уволили. С чего? Да никого не, мы не убивали, мы хорошие охранники. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.